Гимнастика для тела и души, йога, спортивные упражнения, правильное дыхание и даже медитации – целый комплекс для укрепления здоровья представили на мастер-классе в Химках. Специалист Наталья Точенова показала химчанам интересные практики. Стартовали с базовых элементов йоги – асан, которые помогают настроиться, поймать баланс. Дышим легко, спокойно. Делаем 21 вдох. Спокойный. Спокойно вдыхаем и спокойно выдыхаем. Вторую часть встречи посвятили активности. Разминка всего тела с ног до головы. Те, кому захотелось больше интересных движений, отправились на мастер-класс по зумбе. Латиноамериканские ритмы, как оказалось, близки химчанам. Уже не в первый раз на танцевальных мастер-классах собирается много неравнодушных. Сегодня тренер по зумбе Анастасия Самсонова разучила с любителями зажигательных ритмов несколько связок. Какие еще интересные встречи можно посетить в Химках? Информация есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» или на специальном сайте.